Мы должны прилагать усилия, чтобы резня в Ходжалы была признана геноцидом. Об этом заявил глава азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана Турал Гянджалиев на мероприятии, посвященном 28-й годовщине ходжалинских событий. Он заявил, что события, произошедшие в ночь на 26 февраля 1992 года, не будут забыты. Ходжалинский геноцид стал одним из самых кровавых преступлений конца 20 века. Геноцид Ходжалы признали более 10 стран мира. Мы должны поспособствовать тому, чтобы его признали и другие государства. Совершивший этот геноцид, бывшие руководители Армении Серж Саргсян, Роберт Кочарян и их пособники должны понести наказание. Мы сделаем все возможное для этого. На мероприятии выступили очевидцы этой страшной трагедии. Они рассказали о зверствах, учиненных против мирных жителей города. Я попала в плен вместе с братом и находилась там 8 дней. Тогда мы увидели истинное лицо армян, их ненависть, проявленную к мирным азербайджанцам. Пленных жестоко пытали, не жалели ни женщин, ни детей. В ночь на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные формирования оккупировали азербайджанский город Ходжалы, совершив геноцид против мирного населения. В результате трагедии армянами было зверски убито 613 человек. Эсмира Алиева, Наиля Гасанова, Джавид Гадыров, CBC.